Чрезвычайные происшествия зафиксировали в Ангарске. Там специалисты регистрируют вспышку сальмонеллеза. Причем инфекция могла попасть и в другие города, ведь заболели гости двух свадеб. А приезжали на торжества люди из разных населенных пунктов. Нам с женой стало плохо. Вот. Повысилась температура, тошнота. Вызвали скорую. Нам врачи говорят, вот у вас налицо отравление пищевое. Отказались от госпитализации. Прошло 2 дня, еще хуже становилось. Пришлось ехать в больницу. В больнице молодоженам поставили диагноз – сальмонеллез. Только в Ангарске это заболевание выявили у 10 человек. У 3 пока не готовы результаты анализов. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, источник инфекции не найден, но, скорее всего, он находился в продуктах. Большее подозрение у пострадавших вызывает мясо. Предварительная причина происшествия – нарушение санитарных норм при приготовлении пищи. Для обеих свадеб еду готовили в одном кафе. Его уже проверили специалисты Роспотребнадзора. Но результаты инспекции пока не озвучены, и заведение продолжает принимать посетителей. Мы будем следить за этой темой и в понедельник надеемся получить комментарии специалистов.